Даша, ты заметила, как продолжают набирать обороты моды на занятия танцами? Сложно не заметить. Открываются целые танцевальные летние лагеря. Кстати, о руководителе такого лагеря и просто об известном уличном танцоре и пойдет речь в нашей следующей рубрике «Эксперт в студии». В большом городе жизнь кипит и бурлит. И чтобы идти в ногу со временем, лучше двигаться в ритме танца, как делает наш сегодняшний герой, уличный танцор Владимир Рябинкин. Как проходило ваше детство и кем вы мечтали стать в будущем? Детство мое проходило очень спокойно. Я жил в военном городке. У нас была закрытая территория. До 16, до 15 лет я ничем не занимался. Гулял, дурил, ходил в школу. Ну, ничего такого не делал. Никем не мечтал быть. И у меня не было мысли о том, кем мне нужно стать и что нужно делать в жизни дальше. То есть сейчас я занимаюсь, я начал заниматься в более позднее время. Начал танцевать я только лет где-то в 18, начал заниматься танцами. Вы участвовали во многих танцевальных проектах, но стали известны только после проекта «Танцы». Расскажите поподробнее о своем участии. Много ребят моего знакомых увидел, узнал, как сниматься на большой сцене, как работать в большой сцене, как работать с большим количеством зрителей, камер. Огромный опыт. И просто 2 недели тусили в Москве, отдыхали с ребятами. Мы там не ездили на съемку, на работу, мы просто отдыхали. Из чего строится ваш обычный день? Мой обычный день начинается с того, что я просыпаюсь, сразу начинаю растягиваться, разминаться. Потом подбираю материал, слушаю музыку, сажусь на велосипед, еду до студии и почти весь день провожу либо на студии, либо танцую на улице, либо выступаю на корпоративе. И приезжаю домой только часов в 12-11 и снова занимаюсь танцами, музыкой, отсмотром материала рабочего, проработка и отсмотр видео, которых там мы наснимали. То есть я весь день с утра до вечера занимаюсь и думаю только о танцах. Больше я ничего не делаю. Какой совет вы бы могли дать ребятам, которые только хотят стать уличными танцорами? Преданно занимайтесь своим делом. Танцуйте, любите танцы и каждый день занимайтесь. И тогда все будет хорошо. Все очень просто в жизни.